Единственную в Тейкове детскую поликлинику наконец отремонтировали. В здании 1961 года постройки впервые за 50 лет проведен капитальный ремонт. Для кабинетов закуплена мебель и медицинское оборудование. Перед тем, как здесь появятся первые маленькие пациенты, обновленную поликлинику осмотрел губернатор региона Михаил Мень. Здравствуйте, здравствуйте. Так, да, вот здесь у вас процедурная, да, которая... Да, 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 да. Скажите, пожалуйста, сзади вас. Но оборудование есть и новое, и старое, да? Да, старое, закупили. Новое, ну, тут условия человеческие, да. Да. Да, хорошо. Светло. Из бонуса, который наш регион получил за успешную реализацию программы модернизации здравоохранения, на ремонт поликлиники было выделено более 10 миллионов рублей. И все благодаря тому, что Ивановская область успешно осваивает средства федерального бюджета. Вот мы видим реальный результат. Это один из объектов, который сделан на эти средства бонуса. То есть, если бы мы не добились бы положительного результата по темпам, освоение средств этой программы, то мы бы сейчас с вами не увидели вот эту детскую поликлинику, детишки бы остались бы без соответствующего обслуживания. Но как бы ни модернизировались районные больницы, они бесполезны без грамотных специалистов. В Тейкове кадровую проблему решили одновременно с квартирным вопросом молодых докторов. Я хочу похвалить администрацию города Тейкова. Вот они четко в течение там 3 лет били в одну точку, что называется, с помощью депутатов, с помощью всех источников, которые имеются на территории города, они добились своего. Они сделали дом многоквартирный на 10 квартир для специалистов того профиля, которых не хватает. Сегодня ключи от собственного жилья получили первые 3 врачей. Всего в доме 10 квартир. Принцип прост. В течение 10 лет квартиры предоставляются в качестве социального найма, а дальше, если специалист продолжает работу, жилье остается в его собственности. А пока единственная проблема новоселов – обустройство нового дома. Будете здесь чай пить на балконе? Ну, он небольшой получается. Ну вот я хочу повторить то, что я говорил вашим соседям с первого этажа. Вам нужно здесь власть в свои руки брать. Нужно заниматься благоустройством двора, объединяться в товарищество собственников жилья, чтобы здесь было все красиво. Новоселы признаются, после такого счастья мысль о том, чтобы уехать из родного города, отпала сама собой. Ну, это мой родной город, я здесь родился, как бы вырос, и мне здесь нравится. Лежать я никуда не хочу отсюда. Программа, запущенная в Тейкове, уже дает первые плоды. За последние 2 года на работу в больницу пришли 9 молодых специалистов. Возможно, будь нечто подобное в других районах области, проблем с нехваткой кадров не наблюдалось бы. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.